Ниночка, ты бы убралась у себя в комнате. Как так можно? Ты же девочка. Потом, мам, мне некогда сейчас, видишь же, я занята. Ну так же нельзя. Мусор убери, одежду в шкаф повесь, пол подмети, наконец. Стыдно же ведь перед людьми. Перед какими еще людьми? Я тут одна живу. Комната моя. Что хочу, то в ней и делаю. Да нет, Ниночка, жилу в мешке не утаишь. Тут каждая вещь кричит о том, какая ты нерадивая хозяйка. Никого ты не обманешь. Тайное всегда становится явным. Да ладно, ладно, ну уберу я все прямо сейчас. Все, договорились, да? Привет, Коль, что делаешь? Да ты что, все решил? И алгебру, и сочинение написал? Ну, здорово! Я? Ну, пока нет. Просто еще не успела уроки сделать. Да понимаешь, уборкой занималась. Весь день по хозяйству хлопотала, даже устала. Нет-нет, что ты, я не жалуюсь. Я же девушка и должна быть хорошей хозяйкой. Да, я тоже так думаю. Ну, конечно, я очень серьезная. И я тоже очень люблю читать. Что? Кто? Нет, кажется, не читала. Нет. Точно не читала. Да, жаль. Я бы так хотела. Что? А, да конечно, будет здорово. Тогда? Прямо сейчас придешь? Да нет, что ты, удобно. Я буду очень рада. Я тебя жду, приходи. Привет. Привет. Проходи. И не делай выводы о книге по ее названию. Оно гораздо глубже, чем тебе может показаться. Ты же знаешь, что личность автора очень важна для понимания концепции произведения и его смысла. Да-да, конечно, смысл, концепция, личность. Личность – это самое главное. Так ты думаешь, что именно личность является той базой, на которой строится все повествование? Ну, конечно, личность – это главное. Вот, например, ты или я. Ведь мы же личности, да? И это важно. Ну да, ты, конечно, права.
И в личности важнее всего что? Целостность. Невозможно представить себе личность без стержня, без твердой сердцевины, характера. Но главное всегда и во всем говорить правду, быть честным. Ребят, что хотите? Мам, а Коля говорит, что я хорошая хозяйка и отличный собеседник. Правда, Коля? Правда. О, да ты убралась! Ведь главное в человеке – это честность и открытость. Правда, Коля? Правда. Смотри на меня!